Здравствуйте, дорогие шефы! Мы продолжаем нашу рубрику «Путешествие в Стамаке». Наша соусная линейка насчитывает уже более 30 позиций, которые включают в себя палитру вкусов кухонь мира. И сегодня я приглашаю вас в новое гастрономическое путешествие, где мы приготовим французский завтрак а-ля франце, авокадо и чиз. А поможет мне в этом наша новинка – соус сырный тамаки. Этот соус нежный, сливочно-сырный, насыщенный, такой ароматный, что невозможно остановиться. А также мне понадобится авокадо, чистое филе лосося, свежего или слабосоленого, пряности, перепелиные яйца, немножко зеленых листьев салата, масло и молоко. И, конечно же, сырный соус. Для начала в авокадо удаляю косточку, разрежу его пополам. Уберу косточку и слегка надрежу часть кожуры, чтобы был более устойчивым. Это я повторю с тремя авокадо, так что у нас завтрак может получиться на 3 персоны. На одном из мастер-классов мы называли авокадо аллигаторовой грушей. Противень для выпекания застелю пергаментом, разложу половинки авокадо. И еще предварительно разогрею духовку до температуры 180 градусов. Теперь половинки авокадо наполню сырным соусом. Добавлю перец и соль. Осталось разложить кусочки рыбы. Получилось очень интересное сочетание. Авокадо имеет пресный маслянистый вкус, а лосось нам, у меня со вкусом копчености, придаст более завершенную композицию. Теперь помещаю противень в духовку на 3-5 минут. В это время разогреваю сковороду и приготовим перепелиные яйца. Главное не забыть нам авокадо с рыбой. На разогретую сковороду выливаю растительное масло. Лучше всего использовать оливковое холодного отжима. Масла лучше много не наливать. Перепелиные яйца разбиваю на сковороду. И готовлю глазунью. Можете использовать и куриные яйца, но авокадо лучше взять размером больше. Вот, еще расскажу об одном интересном наблюдении. Я очень не люблю яйца, чтобы они были горелые и жесткие. Чтобы этого избежать, я наливаю немножко молока или воды. Тем самым у вас... Вот они мягенькие. Итак, яйца готовы. Это заняло всего несколько секунд. Вот, слегка готовые яйца можно посолить. И добавить немножечко майорана. Пока у меня есть несколько минут, я расскажу вам про соус. Соус заботливо и нежно взбили в густую стойкую эмульсию, чтобы передать любимым блюдам сливочный вкус выдержанного сыра чеддер. Выпускается в пластиковой бутылке с дозатором объемом 470 мл. Соус экономичный. Одной упаковки хватит для приготовления 30 бургеров или хот-догов. Срок годности 12 месяцев. Изготовлен по американской рецептуре на нашем заводе Тамаки. С ним хорошо сочетаются или можно подать бургеры, хот-доги, пиццу, наггетсы, начос и картошку фри. Просто эти блюда немыслимы без сырного соуса.
Еще я предлагаю вам его добавить в салаты, роллы, блюда вок, запечь с ним, ну, к примеру, мясо или рыбу. Удобно использовать на открытых кухнях и в стритфудах, так как его не нужно переливать, ну и исключен человеческий фактор. Недавно была выставка ProdExpo и завтрак шеф-форум, и мы презентовали новинку, и 97% потребителей поставили самую высокую оценку, отметили яркий сырный вкус и нежную консистенцию этого соуса. Я посмотрю на авокадо и рыбу. Итак, рыба подпеклась. Аккуратно перекладываю к глазунью. Надо постараться так сделать, чтобы хвостики рыбы слегка свисали. Вот. Вообще, такое блюдо с авокадо ведущие нутрициологи рекомендуют вообще завтрак начинать с этого дня. Он придаст хорошее настроение и зарядит энергией на весь день. Для оформления блюда мне понадобится красивая тарелка. Я нашел глиняную с орнаментом. Перекладываю авокадо. Ну, на одну порцию, я предполагаю, около 3 штук. Что мне еще нужно? Это горстка свежей зелени. И у меня есть еще несколько веточек чили, которые придадут завершенность. Завтрак во французском стиле готов. Аля франце, бон аппетит. Напомню, что на ProdExpo и завтраке шефа мы презентовали эту новинку. И 97% потребителей поставили самую высокую оценку. Отметили яркий сырный вкус и нежную консистенцию соуса, которую я вложил в это блюдо. Готовьте с тамаки!